общая статистика аварийности по городу Самаре. В каких районах наблюдается рост дорожно-транспортного травматизма? Как складывается ситуация с водителями, севшими за руль в состоянии опьянения? Какие задачи стоят перед госавтоинспекцией? Смотрите программу «Город С» 8 декабря в 18:15. Гость в студии Виталий Ермаков, заместитель начальника отдела госавтоинспекции Управления МВД России по городу Самаре.